Снова привет всем, с вами команда Patriots, пока что в количестве одного человека, потому что Саня опаздывает. Сразу хочу сказать спасибо всем, кто смотрит наши ролики, спасибо за ваши просмотры, комментарии и поддержку. Очень приятно читать все те положительные слова, которые вы нам говорите. И это не только приятно мне, это всем ребятам, кого вы видите на видео, они тоже читают, и им все это нравится. Сегодня у нас будет тренировка жимовых упражнений, тренировка грудных, трицепса и всего такого. Потому что мы задолбались убивать мозоли, честно, на турнике. И сейчас, после небольшой разминки, мы сделаем одно единственное упражнение. Мы сделаем выходы силой, 5 подходов по 5 повторений. Но мы будем делать их максимально во взрывном стиле. То есть, если мы начинали с 10 по 10, и это было больше на выносливость, то теперь мы будем делать 5 по 5 и максимум взрывные. И я и Саня еще будем делать их узким хватом, чтобы дополнительно взрывную силу прокачивать. А потом начнем жать, делать жимы. В прошлой серии ты научился делать выходы и овладел тайной методикой, которой ты сейчас поделишься с другими людьми, давай. Кто еще не умеет делать выходы, давайте сейчас. Сенсей. Вот у нас четыре человека. Посвящай нас. Давай, попробуем. Я не могу, Саня-то лучше получается. Потому что Саня делает хорошо выходы. Ты веришь в себя, и я верю в тебя. Ну, давай попробуем. Что, прям сейчас? Ну, если ты размялся уже, да. Слушай, дай... О. Был бы честно, если бы я сначала сделал, то это даже фальсификация. Поверил. Давай, соберись. Давай, сейчас будем делать. Колени не выталкивай. Я прям понял движуху в прошлый раз. Движуху. Я прям реально понял, как... Я написал. Нет. Да! 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 Отлично! Плохо! Эта методика, она работает! Все обучалки по выходам силы к черту! Просто надо поверить в себя. Итак, давай следующего, Тоха, давай следующего. У тебя идет тач небольшой вперед. После этого момент, когда вот максимально отклонение, резкое подтягивание. Взрывно. После этого выворачиваешь руки и выходишь. Ты физику не очень хорошо в школе учил, да? Да. Вот девочки. Е, давайте еще, молодцы. Оп. И к другому плечику. Ну, к другому давай. Оп, вот. Попу чуть ниже. Попу чуть-чуть ниже. Опа! Чуть-чуть ниже попу! Все сзади. Все сзади. Смотрите, плечо. Как все сзади. Плечо твердое. Что я подражаю под словом твердое плечо? Оно не должно быть вот таким. Не мягко. Вот, вот так вот. Твердое плечо. 90 градусов. Рука прямая. Плечо вперед вытянул. То есть не к себе вот так вот, не к уху. Не телефон разговариваешь в машине. А взял и вытянул. Это первое, что покажи очень важно на флажке. Вот, вот так он будет. А, так вот. Это ты самое важное в флажке. 90 градусов. Туда заряжен все равно туда. Плечо и... Ты туда снимаешь. Заряжен. Верхняя рука тянет вас вверх. То есть взял все. Вот, сейчас не тянет. Сейчас вот тянет, видите? Худя-то. Поняли? Да. То есть тянешь вот этой рукой прямо сюда. Поначалу чуть согнутая рука, чтобы было легче. Это прямая, постоянно прямая. Ее вообще никак не сгибать. А это можно чуть присогнуть для легкости. Будем делать мы сейчас такое упражнение, чтобы скачать поясничный отдел. А, и также вы будете разбивать по парам и помогаете друг другу, кто не может. Делается это так. Вот такое вот упражнение.
Сань, дыши. Как вы будете помогать? Один партнер пытается поднять. Сначала, во-первых, все повисите вот так, чтоб я увидел, что все могут висеть вот так. Хоть один кто-нибудь подойдите. Миша, ты как самый проверенный. Сейчас попробуем. Свою вдоль сторону. Выбери, хват тоже. Руку да, вот так. Обратным руки хватом прямым. Друг другом. То есть я делаю вот тут, то есть прям вот в сторону и вот это прям сюда. Угу. Чтобы вас не вело туда-сюда. Мне кажется, устават. Ну, сами решайте. Ну, хват. Тяж, да. Так. Хват чисто ваш. Согните. Согните ноги и повисните. Плечо вот отдали от себя. Саш, мне кажется, нас убить хочется. Развернись. Да, вот, вот так. Руки на друг друга. Согни просто ноги. О, выкручивай. Видишь, вот, выкручивай, ты дал плечо как бы вкрутить. Сейчас, смотри, крутишь сюда, чтобы тебя не было. Я попробую за другую сторону руки, как бы, да, чтобы она у тебя упорно сюда упала. Просто согни ноги, не пытайся пока поднять. Твои... Вот, видишь, у тебя плечо уходит сюда. Вижу. Вот, вот эта рука должна бы вот, вот так. Вот. А вот это уже как... Лямочек нету? Здесь они не нужны. Не прыгай, просто убери ноги, согни. Может ноги подержать? Вот, вот так. Тебе бы помацать кого-нибудь, Коль. Плечо. Короче, народ, делаем так, 5 подходов. Сколько можете повисеть, а я поясничку забью, все. Хорошо. Кто может поднимать поясницу, то делаем это. Пойдем, я сниму, как можно ты выходил. Можно упражнение на пояснице. Ну, можно. Если нужна поясница. Не, постой, нам помар. Нужно немного смотри, флага. Немного human flag не желаете, мистер? Просто нужно подогнуть ноги и подержаться? Да, подержись. Просто. Нет, просто нет, подогнуть. Плечо. Нормально сделай плечо. О, господи. О. Нормально. Как плечико? Ну вот, видишь, чтобы этого не было, будем висеть. Плечо привыкнет. Плечо, плечо. Вот этой рукой отодвигаешь себя, как вот от нее отталкиваешь. Блин, столько информации полезной посеяли. То есть сначала встать, а потом уже это тянуть. Да. Поначалу просто, уже только... Вот смотри, когда чувствуешь, что, что тело немного, вот эта часть вот так вот приподнимается вверх, просто согни ноги. Утяни себя как... Да не отталкивайся ты! Не отталкивайся, а просто согни. Вот, и висни вот так вот. Вот, и виси, вот, все. Для больших людей большие турники. Ура! Ну сейчас у нас лесенка на брусья 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10. Я, наверное, уже все знают, кто смотрит видосики.
Она была вроде первой тренировки, да? Да, мы их давно делали уже, да. Ну, пора повторить. Сань, скажи про второе упражнение. Второе это упражнение. Шло отжимание от пола, ноги на скамье. 10 подходов по 40 раз. Ты сделал первый подход, как впечатленница. Я не люблю отжиматься. Кисть чуть-чуть болит. На кулачках. Ты решил не ждать, да, когда они все-таки освободят? Последнее упражнение, Сань, на икры. Так ты без них лазишь, у тебя глаза хоть... 50 повторений на каждую ногу. Медленно. Все? Тренинг закончено? Давай последние слова. Пока камера не села. Какие слова? Последние. Сегодня была хорошая тренировочка. Я сегодня опять опоздал. На час. На 30 минут. На 30 минут я опоздал. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Задавайте вопросы, приходите на наши тренинги в Нескучный сад каждые выходные. Нас с каждым днем все больше и больше. Это радует. Это радует. Расписание тренинга на workout.su. И мы продолжаем тренить. Да. Ждем. Не будем ждать. Не будем ждать. Нимбу ждем. Нимбу ждем. Смотри, Сань, если ты проиграешь, тебя съедят, ты понимаешь это? Снимай. Я проиграю? Не делайте уже, у меня не так много... Давай, погнали. Я думаю, дойдет до 5. Это разъедут.